Продолжается первенство Пензенской области по футболу среди юниоров. На искусственном поле центрального стадиона 25 августа Зареченский «Сенсор Союз» принимал гостей из Бессоновки, команду «Сура». Ребята показали красивый и грамотный футбол. Соперники одинаково отчаянно боролись за мяч, но игроки «Суры» к концу первого тайма немного подустали, что и привело к первому голу в их ворота. Его автором стал Владислав Киреев. Мы играли лучше, катали. Нас игроки получше были. Ошибки у них были, которым мы воспользовались и забили. Во втором игровом отрезке «Сенсор Союз», не теряя времени, сразу перешел к активным действиям. Игра строилась преимущественно у ворот гостей. Такой натиск защита «Суры» не выдержала. «2-0. Как говорится, и тут Остапа понесло. И вот уже третий мяч на счету зареченцев. В итоге счет матча 3-0 в нашу пользу. Следующая игра состоится 30 августа. Союзовцы встретятся на поле с командой «Зенит» из Пензы. Дмитрий Балясников, Светлана Гордеева, телерадиокомпания «Заречный».